Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы крайне неплохо так огребли от ведьмы Квеллаг, от полупаука, полудевушки симпатичной, после чего поняли, что нам сюда пока то ли рановато, то ли, по крайней мере, нужно купить противоядие, потому что половину аптечек у меня на пути, как правило, съедает вот это вот болото, потому что в него заходишь и сразу отравляешься. А лечиться мне нечем. Торговца я здесь не нашел, возможно, он где-то здесь есть, но до ближайшего идти как минимум минут 20. Так что я решил выбираться. Выбираться тем же путем, которым я сюда пришел, явно не вариант, потому что это очень сложно, очень долго, и, как правило, короче говоря, помрем мы раз 5, если идти назад. Кроме того, у нас тут есть вот дорога, ведущая на выход вроде как, так что давайте попытаемся выбраться по ней. В предыдущий раз на этой дороге я встретился с 3 здоровяками, убил одного, а потом сразу 2 выбежали и настучали мне по самой небалуй. Игра начинает натурально показывать зубы. И сложность ее заставляет... Ой-ой-ой, вот что это было такое, а? Это не моя вина. Я тут ни при чем. Я нажал вперед, но вместо того, чтобы побежать вперед, просто я не знаю, что произошло. Так, ладно. Так, короче говоря, продолжаем. Я не знаю, то ли я уставать начал, это, по-моему, 5-й серии за сегодня. То ли что, но, короче говоря, что-то последние 2 серии меня просто рвут. Просто рвут. Но вот последняя смерть — это точно не моя вина. Очевидцы, как бы, вы сами видели, что произошло. Да ладно, давайте убираться. Надо отомстить по-любому тем наверху 2 здоровякам, которые настолько плохо со мной обошлись. Сначала, конечно, с комариками нужно разобраться. Или не разбираться? Не знаю. По идее, он гонится за мной. Поэтому давайте мы их вот тут подождем. И порубим. Что-то он не поднимается, смотри. Ладно. Вот если они сейчас будут... начнут лезть в самый неподходящий момент... Блин, ты посмотри, вот сейчас они лезут. Когда я их ждал, они не лезут. Так начнешь временами думать, что, возможно, у них даже интеллект есть. Так, ладно. Давайте, ребятушки. У меня уже задолбали, а то. А твою мать. Смотри-ка, задел. Я думал, не задену. Но в итоге задел. Все, вроде избавились от преследования, побежали быстрее наверх, пока новые не налетели. Они тут, я так понял, появляются бесконечно, поэтому что толку с ними воевать. Так, просто отвлекающий такой раздражающий фактор. О, как я пропустил в прошлый раз. Ключ к руинам Нью-Лондо. Хорошо. Еще бы знать, где эти руины. Опасайся толстячка. Но эту надпись мы видели еще в прошлой серии. Так, толстячок, и сюда. Толстячок. Да не кричи, иди сюда. Вторым ударом я не ожидал тебя такой подлости. Ой-ой-ой, только не падай, только не падай. Ладно, пока ты орешь, мы воспользуемся моментом. Блин, мне даже один уже проблем доставляет. А, не падай, скотина. Ой-ой-ой, ой-ой-ой.
Блин, интересно, кто-нибудь читает, сколько раз я уже умер за эту игру? В последних сериях четырех, вот именно в Блайттауне, не зря мне говорили, что эта локация самая сложная на начальных этапах. Хотя на каких начальных? Мы уже, наверное, треть игры прошли. Фу, короче говоря, надо убираться отсюда к ее корной бабайке. Не будем материться. Хотя временами хочется. Так, давай, иди сюда. Я даже не буду ждать, пока ты подойдешь. Просто будем убить. Да что ж такое? Блин, я не знаю, это усталость, наверное, сказывается. Скорее всего, эта серия будет последней. Потом надо будет отдохнуть от игры. Но как бы там ни было, что-то, блин, что-то гибну. Гибну, гибну. Ключ от Нью-Лонда. Нью-Лонда, где у нас находится, интересно? Это что такое там? Собака в воздухе висит? Да? Чего только не увидишь в этой игре. Так, хорошо. Бежим, бежим. По большей части, опять во время этой драки, я сам себя убил. Он, конечно, нехило так в отмах пошел, этот пустячок, в отличие от предыдущего раза. В этот раз он меня натурально чуть лепешку не превратил. Но убил себя я сам. Ой, ладно. Так, иди сюда, скотина, я знаю, ты сейчас меня ждешь тут. Три удара. Поднимаемся. Там вроде никто не летит. Так, еще выше. И выманиваем толстячка. Вон мой кровавый отпечаток, но на нем особо ничего нет, поэтому хрен бы с ним, как говорится. Давай, толстый, иди сюда. Скажи, я не толстый! У меня просто кость широкая. Так, хорошо. Давай еще. Ладно. Осторожность, главное. И холодный расчет. По 500, конечно, за них дают, это прекрасно, но вот сейчас их опять двое побежит. Вон, я их вижу. Блин, у меня один стрел. Ну, выманить, я думаю, хватит. Так, где ты там? Я тебя с трудом вижу. Хорошо, блин, все равно оба бегут. Блин, да хватит целиться. Может мне катану в обе руки взять? Да, сразу оба идут, похоже. Или нет? Давай. Давай, дорогой. Я знал. А, не падай, ну шо ж ты... Так, ладно. Так, ну и продолжаем. Какая-то уже попытка, я не знаю. Я, пожалуй, все вырежу. Что-то у меня сегодня с ними не заладилось. Эти твари меня просто убивают. Так, сколько у меня там стрел уже осталось? 9? Ну ладно. На тебя хватит, братень. Иди сюда, дорогой. Что-то просто кошмар какой-то. Они меня сегодня рвут. Они меня всегда рвали, конечно, но... Сегодня просто я не могу пройти этих трех монстров, этих трех здоровяков. Просто натурально. Скотина. Ох. Ладно, один остался. Один. Двое убиты. Я не могу поверить, что обычные рядовые монстры. Ну как они обычные рядовые? Они сложные собак. Опасайся сильного яда. А где у нас тут сильный яд? Ладно, как бы там ни было, мне нужно разобраться с тобой. Да-да, кричи. С одним-то я уж думаю справлюсь. Хотя не буду загадывать, запросто убьет. Запросто. Так, еще не хочешь ударить?
Но. Так, тихо. Я просто не успеваю блок нажать. Тихо. Ой, да неужто ты помрешь, а? Прекрасно. Так, дальше я еще не был. В среднем надо посчитать, я где-то 15 раз тут умер. 15 раз, представляете, на этих монстрах. Все это время бегал, поднимался. Но для вас это будет второе прохождение данного коридора или третьего. Я все-таки маленько смертей, наверное, оставлю. Так, теперь аккуратно пробираемся вперед. Самое главное теперь не налажать. Если там еще штук 5 таких же, это будет вообще печально. Но я думаю, что мы сейчас потихоньку все-таки выберемся из этой локации. Блайт Таун к нам пока не очень хорошо отнесся. Удачи. Отлично. Это меня мотивирует. Так. Ладно, хрен с ним. Там у нас что? Пещеры какие-то, что ли? Аллея драконов. Супер, чё? Мне говорили, что Аллея драконов — это одна из самых сложных локаций в игре вообще. То есть драконы здесь натурально неубиваемые для моего уровня. Так, это что? А, вот мы и ключ к Нью-Лондо использовали, который брали, помните? Так, а что нам это дает? Подожди, Нью-Лондо это... А, понятно. Блин, ребята, это просто прекрасно. Теперь у нас есть короткий путь к Вилак. Тут это место я вам не показывал, но это место доступно с самого начала игры. Вот туда, вглубь, пока идти я никому не советую, потому что там бестелесные монстры, то есть привидения, которых обычным оружием не убить. Поэтому пока у нас не появится оружие с каким-нибудь магическим эффектом, подожди, я не туда вышел, типа, скажем, меча там, бьющего молнии, дополнительно к урону, еще чего, особо суваться туда смысла нет. Так, куда мне идти? Ой, что-то я устал, надо уже серию прекращать, я думаю. Так, что у нас здесь? Душа безымянного солдата. А, ну сейчас вы поймете, где мы окажемся в итоге. Ну, короче говоря, мы возвращаемся в самое начало практически. Если кто не видел. Это место я знаю. Теперь, если нужно будет убить Квилак, мы идем сразу в Firelink Shrine. Спускаемся на лифте. И тут у нас еще одна дорога ведет через Аллею Драконов прямиком к Вилак. Отлично. Уф. Наконец-то родные места. Наконец-то хоть какая-то ориентация в пространстве. Я не знаю, какая эта серия получится по времени, по продолжительности, потому что мне придется очень многое вырезать. Так, не хочешь со мной поговорить? Души у меня нет. Говорить она не хочет и не может. Ладно, пошли дальше. Кстати говоря, мне сказали в комментах, что если... Помните, там в соборе был мужичок, который просил его выпустить? Я сказал, что он какой-то подозрительный. Если мы его выпускаем, то через некоторое время, возвращаясь сюда, мы находим убитую вот эту вот девушку. И вот этот костер, наш главный центровой, затушенным. То есть вот этим костром мы больше пользоваться не можем. В том случае. Так, ладно, что у нас тут можно сделать? На 4000 мы ничего не сможем сделать. Только починить. Что там у нас по времени?
Блин, я не знаю. В принципе, минут 10 еще есть, можно побегать. Но я не знаю, куда идти. Давайте, знаете, мы в этой серии добежим до кузнеца. И попробуем оттуда сходить в лес, что ли. Если так только. Так, а где это у нас? Я уже забыл. За месяц-то. Месяц не играл в игру. Месяц? Офигеть. Так, ну не тут явно. Тут у нас труп лежит. Да, вот отсюда подъем. Селект. Это выражение. Ух ты. А ты тут была, нет? Девушка с охраной. What if I were them? Хороший перевод. А, ты снова. Что у тебя за дело? Не похоже, что мы можем помочь. Мы составляем компанию Мелэди в ее походе. Но покинуть мы ее не можем. Застряли с ней, короче. Так, а ты что? Я не объяснил тебе причину нашей. Я не понял, что она сказала. Честно скажу, я уставший как собака. Это уже какая серия за сегодня? 6-я, по-моему. Мне просто нужно отдохнуть, потому что я на таком элементарном месте. Ну, не на элементарном, но на обычном, казалось бы, месте. Вот с этими тремя толстяками, здоровяками. Так, поехали. Я застрял так надолго, что это просто офигеть вообще. Можно попробовать... Блин, где мне стрелы тогда взять? Можно попробовать выбить из хвоста дракона этот ваш долбанный Drake's World, который вы меня просите взять уже на протяжении, я не знаю, серии 10, наверное. На какой 10 серии? Чуть ли не 20. Так... Сейчас первым делом, короче говоря, мы пойдем вот сюда. Тут у нас рыцари. Мы их убьем. Если убьем. Давай, дорогой. Опасные ребята. Не надо расслабляться ни на секунду. А то будет вот так. Ой, ой. Обходит, обходит. Подлечился с моей скотина. Так, минус один. Минус два. Но уже не такие сильные. Дохнут с одного-двух ударов. Так, что у тебя, титанит? Да, отлично. То есть мы можем улучшить нашу броню. Вот именно они в этих местах упадают с рыцарей. Это прекрасно, по-моему. Так, подожди, а почему ворота? А, мне показалось, они закрыты. Ворота не закрыты. Так, ну что, как ты умер у нас? Давайте посмотрим. Он побежал сюда. А, он с этими рыцарями, похоже, дрался, но у него уровень слишком маленький был, чтобы с ними воевать. Так, я даже с вами драться, пожалуй, не буду, хотя... Да ты посмотри. Просто побежали. Если кто... Глуп достаточно, чтобы вставать на нашем пути. Мы тут уже довольно-таки сильный персонаж, так что можно просто пробежать. Что хочу сказать. Вот тут наверху был рыцарь. Когда я себе прокачивал броню, я случайно забежал сюда и убил его в итоге. Мне, конечно, жаль, что вы это пропустили, но в этой игре будет еще полно таких рыцарей, так что вы увидите это, не волнуйтесь. Удача написано. Так, дракон не прилетел. Он иногда бывает тут, иногда нет. Если не прилетел, честно говоря, пофигу. Единственное, что мы не получим этот меч. Но как бы там ни было, мне он не больно-то и нужен. Так, кто тут бегает? Ладно, вроде никого. Пойдем сюда. Короче говоря, просто чтобы вы вспомнили эти места, мы пробежимся. Сколько требуется? 6200. У меня 6200 нет. Сейчас мы можем спровоцировать его появление, просто показавшись вот здесь. Так, оп! Нежданчик, да?
И с тобой надо уже поосторожней. Самое, конечно, хорошее, это мне научиться бы пинаться, наконец, чтобы сбивать их щиты. У меня почему-то это не получается. А, то есть, вот так делаю, получается, а во время боя не получается. Это печально. Ой, дракон летит. Да, блин, как меня задел. Так, ну короче, на вашу радость дракон вернулся. Поэтому мне сейчас нужно куда-то сходить купить стрелы. Ближайшее место у нас где? Честно говоря, не знаю даже. А, знаю. Ну, довольно далеко придется идти. Так что... А, нет, недалеко. Какой далеко? Так, короче говоря, вот тут мы сейчас спустимся. Ай, ну не падай, ну мать твою. А. Ну ладно, у нас тут все равно костерчик, так что какие проблемы. Так, и теперь нам нужно спуститься вниз. Блин, далековато все-таки. Ну ладно, пофигу. Короче говоря, пока мы с этим драконом не разберемся, серию не прекратим. Так что вам на радость, эта серия будет довольно-таки продолжительной. По идее, можно было бы вон у того купить, но я его, как вы помните, убил. Меня многие за то, что... Так, если он еще что-нибудь напишет про концовки в Mass Effect, придется его удалить из друзей, похоже. Посмотрим. Мне, честно говоря, пофиг, что меня бьют сейчас, потому что они мне большого урона нанести не могут. Я уже очень силен для этих мест. Ревел он. Так, сейчас мы спускаемся вот сюда. И идем вот сюда. Вот тут у нас девушка, по-моему, продает стрелы как раз. На 6100 мы сможем купить... я не знаю, сколько мы сможем купить стрел. Так. Купить вещи. Вот эту штуку, кстати, надо купить, если мы пойдем опять в Blade Town, потому что у меня в основном все проблемы были из-за нехватки именно этих вещей. Так, где у тебя стрелы? Стандартную стрелу возьмем. Так, не дофига ли мне будет 2 сотни? Хотя пусть будет, давайте наберем, пока есть души и пока не на что их особо тратить. Вот так вот, 410 стрел, все равно нифига не весит. И возьмем... чтобы еще взять огненных стрел. Хорошо. Все, можно возвращаться. Ну-ка. Да, 418 стрел, отлично. Так, погнали. Погнали разбираться. Я, конечно, надеюсь, что вы меня не обманули, и что у него из хвоста действительно что-то выпадет. Тихо, а что такое? Сейчас я, пожалуй, выключу запись, потому что серия все равно получится довольно долгой. Как подбежим туда к мосту, продолжим. Так, короче говоря, вот мы тут. Сначала нужно убить там внизу, насколько я помню, 2 копейщика. Ну, тебя бы я копейщиком не назвал, конечно, но вы поняли, о чем я. Так, и теперь ты. Ты тоже не копейщик. А нет, копейщик. И все, дорогой. Болезный. И сюда. Идем. Да. Ладно, проехали. Теперь. Вот твой хвост. Давайте попробуем, я пока замолчу, потому что это место придется убыстрить, наверное. Потому что это будет довольно долго.
Хрена себе. И что, так и будет, что ли? Да твою мать, в него еще попасть надо. Ну и все, что ли? Я бы не сказал, что 40 стрел. Мы получили Drake's World. Я надеюсь, вы счастливы, ребята. Я не могу гарантировать, что я буду с ним бегать, потому что он мне, честно говоря, нахрен не нужен. Ну, давайте, по крайней мере, попробуем. Так, Drake's World. Урон 200. У меня урон 144. Зато он весит побольше. Ой. Или взять. Блин, хороший меч. Так. Меч обладает мистической силой, которая выпускается, когда держишь его в обеих руках. Так. Ну, пофигу, давайте возьмем. В угоду народу, так сказать. Хорошо, он так это нужно. Ну, посмотрите, он уродливый. Так, ну-ка, если его взять двумя руками. И что за магическая сила? А-а-а, слышь, нормально. Так, ну ладно, пусть будет. Пойдемте к костру. Я думаю, на эту серию приключений хватит. В следующей серии мы пойдем к лесу, я так понимаю. Будем разбираться, что там. Но мне нужно отдохнуть пару деньков. Серию шестую сегодня, по-моему, уже записал. Меня натурально уже начинает вырубать по глупым причинам. Как вот в этой серии, в предыдущей. Там было несколько натурально глупых смертей. Просто потому, что я устал. Так, видите, как он ломается, да? Я им пару раз об стену ударил. У него уже урон, повреждения больше, чем у Чигатаны. Но пусть будет у Чигатана, пусть будет запасным, что ли, оружием тогда, раз так надо. Короче, как бы там ни было, на этом все. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.